Обучение в Сочи. ЛС-1 для сотрудников дирекции топ-лидера Life is Good Владислава Кима. У нас воспитываются и растут новые руководители, новые лидеры. Счастливые перемены. Супруги Бегляровы из Набережных Челнов переехали в трехкомнатную квартиру от кооператива Best Way. Очень довольны, что смогли переехать, расшириться. Большие премьеры. Канал Life is Good Life продолжает демонстрацию контента по итогам 6-го конгресса холдинга. Это Life is Good News. Подробности далее. Мы начинаем. Система образования сотрудников холдинга от международной бизнес-академии IBA на практике доказала свою эффективность. Наглядно этому подтверждение – ежегодные рекордные товарообороты холдинга, не имеющие аналогов в MLM-индустрии. Уникальные многоступенчатые образовательные программы позволяют сотрудникам добиваться вершин карьерной лестницы в кратчайшие сроки. Кроме того, внедренная система лицензирования спикеров позволяет масштабировать процесс обучения, дублицировать знания среди все большего количества слушателей, а также расширить региональный охват. Так, в Сочи, в южной столице России, с 7 по 9 марта проходил образовательный курс ЛС-1 для сотрудников дирекции одного из топ-лидеров холдинга Владислава Кима. Результат очень колоссальный, и благодаря, конечно, этому обучению, вот таким вот обучением, руководительским обучением, у нас воспитываются и растут новые руководители, новые лидеры. Люди делают результаты. И, естественно, получив результаты, они еще большей силой начинают двигаться вперед. Право на обучение предоставляется при выполнении необходимых условий. Участником сочинского ЛС-1 стал 31 сотрудник холдинга от 4-го карьерного уровня. Я хочу, пройдя это обучение, получить те знания, те навыки, те инструменты, с помощью которых я смогу правильно, грамотно строить свой бизнес. Это придаст дополнительную энергию, возможность для работы всей нашей структуры. Еще недавно Юлия и Гасым Бегляровы из Набережных Челнов проживали в небольшой двухкомнатной квартире. От знакомого они узнали о возможности выгодного приобретения недвижимости через кооператив Best Way. Теперь супруги улучшили свои жилищные условия, переехали в просторную трехкомнатную квартиру. Когда родилась дочка, квартира для нас стала чуть маловато, и мы решили расшириться, чтобы у ребенка была своя собственная комната. Для этого вот мы приобрели эту квартиру, трехкомнатную. У нас получается, что вот эта квартира нам достается за 350 тысяч рублей за 10 лет переплаты. Если через ипотеку это было бы 2 миллиона, так было бы 350, то есть больше 1,5 миллиона мы экономим. Общая площадь квартиры 84 квадратных метра. Она расположена в престижном жилом комплексе в центральной части города. Покупка недвижимости пришлась на период пандемии, однако это не создало никаких препятствий для успешного проведения сделки. Несмотря на пандемию, самоизоляцию и разные моменты, мы, конечно, очень довольны, что смогли переехать, расшириться и приобрести квартиру через кооператив. Кооператив реально показал свою работоспособность при вот критических условиях, когда в мире и в России творилось там нечто такое. Но у нас все прошло очень гладко, отработали как часы, скажем так, и вот мы живем уже в своей квартире. Одним из значимых событий 6-го конгресса Life is Good стала церемония вручения золотых перстней с бриллиантами, отличительных знаков директоров 10-го карьерного уровня. Свои награды из рук президента холдинга Life is Good получили топ-лидеры компании Радик Ахмеддинов, Лилия Щербакова и Неля Джен. Высокого признания также была удостоена Гульшат Балтина из Республики Казахстан. По уважительной причине она не смогла присутствовать в зале, но награда нашла своего обладателя в Нур-Султане. И вот 10 февраля во время онлайн-вещания канала Life is Good Life Гульшат Балтина стала гостем прямого эфира. По телемосту состоялось трогательное, эмоциональное и содержательное общение с аудиторией. Мой заслуженный перстень, он уже у меня на руках. Сегодня второй день, как я нахожусь уже дома, и я выписалась с клиники. Хочу выразить огромную благодарность Роману Викторовичу за то теплое поздравление. Вы супер, вы лучший президент, что смогли организовать
вот такую махину, так, чтобы десятки тысяч партнеров из разных городов могли это видеть. В ходе эфира Гульшат Балтина также поделилась личной историей успеха, дала практические советы по ведению бизнеса для новичков. Корпоративный канал «Life is Good Life» начал свою работу 5 апреля 2020 года. В настоящее время онлайн-вещание ведется в еженедельном формате. Каждую среду в прямом эфире зрителей ждут практические советы и конкретные инструменты для бизнеса. Лидеры холдинга делятся секретами успеха, отвечают на самые актуальные и популярные вопросы деловой повестки. Проводятся тематические панельные дискуссии и мастер-классы с участием директоров «Life is Good». Ведется показ лучших медийных продуктов холдинга. Здесь же на канале выходят премьерные выпуски новостей компании «Life is Good News». Также началась демонстрация видеоконтента, подготовленного по итогам 6-го конгресса «Life is Good». Информационные репортажи, отчетный видеоролик, полные версии выступлений гостей и спикеров. С расписанием трансляции можно ознакомиться в личном кабинете консультанта. Кроме того, посредством тикет-системы в разделе «Поддержка консультантов» подраздел «Life is Good Life» сотрудникам предоставляется возможность задать свои вопросы директорам и руководству холдинга, ответы на которые прозвучат в прямом эфире. На этом у нас вся информация. Вы смотрели 75-й выпуск «Life is Good News». Жизнь прекрасна. Будьте с нами!